Взрослые есть? Дома? Нет. Желательно, чтобы они подошли, потому что ты несовершеннолетняя, я с тобой разговариваю, чтобы они с тобой были рядом. Так, мама спит. Ну, чтобы они не роптали, что я с вами тут и разговариваю, скажут, маленькие дети, а вы их соблазняете. Да нет, вы что, тут все свою письку так. Я начальником детского лагеря 45 лет работал. Да? Я очень хорошо знаю психологию детей. У нас дети каждое воскресенье на лодках плавали, на лошадях катались. А ты можешь в интернет зайти на наш YouTube-канал? На YouTube-канал? Да, у меня большой YouTube-канал. «Во свете Библии» называется. Что? Как называется? «Во свете Библии». Что? «Во свете Библии». Ну-ка, заряди. Ну-ка, сейчас. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин добавь. Это я. «Во свете»? «Во свете», да. «Свет», как от лампочки. Как от лампочки. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Я вас вижу. 43 тысячи подписчиков? У меня просмотров 43 миллиона. В смысле? Просмотров общие. А вот я вас вижу. 43 тысячи подписчиков? Да, так это... А просмотров 43 миллиона. У нас, очень большие ресурсы. Мы деревню православную строим, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Что? Да. А вы что, чат рулетку снимаете? Да, у нас все снимается. Так что я рад очень, что хороших мальчиков встретил. Тебя как звать-то? Эльдар. Эльдар? Да. Я не знаю по-русски-то как это примерно. Ну, чтоб тебя Господь благословил. Я тебе вот что скажу. Когда ты в школе бываешь, идешь, никому не заходи в дом. Потому что много нехороших людей. Мальчики теряются, девочки теряются. Ты когда идешь, дома поклонись и скажи: мама, папа, благословите меня. Чтобы выложите на YouTube. Ты такой умный мальчик, хороший. Береги сам себя. Хорошо, стойте, вы нас выложите на YouTube? Нашел? На YouTube. Вот на YouTube вы посмотрите. А если зайдешь на сайт называется, сайт «Во свете Библии» Игнатия Лапкина, сайт. Заряди. Сайт. Игнатий Лапкин «Во свете Библии», сайт. А ну-ка. И ты увидишь там, какое богатство. Там увидишь, как я преподаю студентам в университетах, отвечаю на вопросы. То есть вы популярный, да? Ну, так уж Бог сделал. Я 3 радиопрограммы много лет вел. То есть вы нас прям выложите на YouTube? Мы, когда вот у меня вышли книги, у меня вышло 38 томов книг, написаны мною, 38 томов. И мы их подарили в библиотеке до Владивостока из Барнаула. Я в Барнауле, Алтайский край. И до Лиссабона. Прибалтика, Скандинавия. 650 городов посетили. Прошли всю Европу. И сделали подарок для библиотек на 35 миллионов рублей. Подарок. А сколько вы зарабатываете с Ютуба? Нет. Мы ничего не берем. Нет, сколько вы зарабатываете? Нисколько. Я ни копейки не зарабатываю нигде, кроме пенсии. А пенсия у меня 8141 рубль 33 копейки. А вы нас выложите на YouTube? Обязательно. Ну все, буду смотреть. До свидания. А вы ожидайте, смотрите и где-то встретите. Ну, хорошо. А вы свободное время, когда бываете, здесь много всякого плохого, вы не смотрите, это очень нехорошее здесь дело делается. Да. Вы берегите себя, потому что совесть – это главное в человеке, и вера во Христа. А когда новое видео тогда будет с нами? Ну, если уже так хочешь, я мог бы к утру выставить на нашем YouTube. Ну, хорошо. Но это, понимаешь, мы мало разговаривали, он маленький ролик-то будет. Я могу к утру его поставить. Ну, все, спасибо. А ты под ним тогда под роликом комментарий напиши, как тебе понравилось.
что видишь, какой мальчик разумный, все нашел. Ты мне очень понравился, Эльдар. Ну, спасибо, до свидания. Ну, до свидания. Храни тебя, Господь, умница. До свидания, вас тоже. До свидания.